Привет всем, с вами Леха. Сегодня такой, скажем так, предпраздничный заказ. И всех вас, друзья мои, поздравляю с Новым годом. Уже у нас на дворе 22-й год. Желать чего-то особо не буду. Главное, самое главное, это чтобы ни у кого ничего не болело. Это самое главное. Просто когда ничего не болит, тогда ты просто счастлив. Вот когда что-то заболело, тогда уже, блин, доктора, таблетки, уколы и тому подобное. И самое большое счастье, это считаю, что когда ничего у вас не болит. Вот, поэтому всем вам, дорогие друзья, желаю, чтобы у вас ничего не болело. Ну и, конечно же, удачи всем. Больше в жизни ничего не надо. Вот, и поэтому, как бы это сказать, я сейчас покажу. И поэтому, дорогие друзья, есть у меня вот такая вот цацка. Это ко мне обратился человек, это от елки искусственной. То есть, как-то здесь были ножки, одевались, и сюда она вставлялась. Но ножки обломались, что-то сломалось, пришлось вот немножко его там, как бы это сказать, подчистить. Вот, и надо сделать крестовину на эту вот штучку. Заказ оценивается в среднем $5, то есть не сильно сложный, но надо немножко повозиться, потому что надо, чтобы это вот вошло в крестовину и нормально все стояло. Вот, поэтому как бы получается и, грубо говоря, с Новым годом, и новогодний, скажем так, заказ. Ну и, по сути, можно... Кому-то видео будет полезно, как быстро сделать фактически крестовину. Ну, то есть, на таком же принципе можно сделать любую крестовину под какую-то там стойку или что-то вам надо будет там в эту крестовину поставить. То есть, суть та же самая. Вот, поэтому погнали. Дорогие друзья, вот что у меня получилось. Такая вот
крестовина. То есть туда будет вставляться елка. Вот как-то вот так. Как-то так. В общем, больше сказать мне нечего. Всем, кому понравилось, поставьте лайк. Кому не понравилось, дизлайк. Подпишитесь на канал, кто еще этого не сделал. Обязательно нажмите на колокольчик, чтобы первым быть в курсе моих новых видео. А на этом у меня все. Всем удачи, всем пока. И с Новым годом всех, друзья мои. Все, до встречи на канале.